Ну вот, пока я доехала, уже стемнело. Сейчас время только 5:30 вечера. Сейчас быстро уже темнеет. Берлин рождественский, конечно. Такие новые тенюшки. Красивые цвета, золотые все. Метеориты. Блесточки. Дунайлю. Мы года там. Города да. Какие пикеты мы здесь? Когда ты палетка теней, все оттенки с блесточками, с мелкими. Вот такие вот оттенки. И метеориты. Метеориты с золотым отливом. Даже если немного нанести, немножко такой бронзовый розовый последний. Двухъярусная палетка, сверху тени, внизу, внизу румяна, помада красивая такая, и метеориты золотого цвета. В Эстелаудере вот такой вот набор будет рождественский, то есть этот огромный чемодан, и вот такие вот палеточки. Там палетка теней, румяна, помады, крем, сыворотка, карандаш. Довольно-таки большой набор, вот у нас он стоит где-то $130. Лора Месьер предлагает вот такой вот наборчик, $100 с небольшим он стоит. RMK тоже японская фирма, тоже палеточка теней, блеск, румяна. Анна Суй тоже красивый наборчик. Косметика Рейд, это такая красивая красная коробка. Тоже палетка теней, блеск, карандашик. Маки вот такие вот новинки. А Шисейда наборчик. Шисейда вот такая вот палетка красивая. $60 она стоит. А здесь не видно, она сзади очень красивая. Большая палеточка. Суэмура реснички, совместная коллекция с Карлом, с его кошечкой, такие вот пушистенькие реснички. RMK Lucky, Givenchy, тоже очень блестящая палетка теней. Ну, посмотрите, постоянно у них появляется что-то новенькое. Новые кисточки, но это лимитированные. Совместно Хакода с Hello Kitty. Такой вот наборчик. Стоит он $150. Здесь все не из козлика. Одна вот эта вот кисточка только из лошадки. И такой вот чехольчик тоже Hello Kitty. Здорово. Рождественский набор. Вышел он в голубом цвете. И вот такая вот косметичечка. Здесь одна кисточка, это козлик некрасный, для тональной основы кисточка, и для теней несколько кисточек. Нарисована снежинка, надпись Хакода, красиво. Розового цвета с таким розовым золотом, красиво. Наборчик. СДО только для теней. Тут ячек. У меня, кстати, ячи нету. Я бы не сказала, что она очень мягкая. Такой козлик. Симпатично сделан. Вот эти грибочки. Они красивые, конечно, очень. Так набиты, прям как бархат.
всякие косметички разные. Белки. Белки, конечно, просто шикарные. Примерно $66 у нас тут. Цвет шампанского только в Японии. Красивый, конечно, очень цвет. $60. B509 для пудры. Очень хорошая, мягенькая, мягенькая. Некрашенные козлики такие хорошенькие. Вот эта кисточка хорошенькая. $37 она стоит. G528 номер. Еще такая вот тоже. G5543. Такие для пудры. Симпатичные беленькие козлики, мне нравятся. $80. J501. Для пудры. Козлик, смешанный с синтетикой. А это 100% козлик. $72. J531. Такая немножко скошенная. Такие вот кисти. Конечно, здесь можно просто сойти с ума. Рай для кисти маньяков. Вот тут разные симпатяшки. Эти вот кисточки очень удобные. Вот маленькие, так удобно им рисовать. Для растушевки разные. Вот эти вот очень удачные для растушевки. G5523. Тоже некрашенный козлик. Для дуры вот такой вот набор. Косметичка. Румяна, тени, кругленькие, палеточка. Лепестки роз знаменитые. Конечно, румяна. Очень хорошая румяна здесь. Очень ферментированные, шикарные просто. И очень приятный запах. Они пахнут все розы. Разнообразие цветов безумно. Конечно, невероятная красота. Все украшено. Такие яички, это кремовые румяна. Здесь вышли новые продукты уходовые, лосьон, масло для лица. Такая вот красота.